Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайга. А давайте-ка мы с вами окунемся в атмосферу бабушкиного дворика в Тайгане. Вот, именно так он называется, как вы уже догадались, потому что здесь в основном домашние животные, поросята, козочки. И действительно, для городских жителей, особенно для детворы, оказаться в бабушкином дворике, зайти сюда, вот так вот угостить. Смотрите, как они хвостиками машут, буквально как собачата, когда довольные, когда их хозяин угощает, так и здесь поросятки подошли, счастливые, получают угощение. Козочки и альпака вот подошла тоже с удовольствием. Вот так вот, друзья. Так вот, возвращаясь, друзья, к теме того, что городские жители вообще ж не видят домашних животных, кроме кошечек и собачек. И, конечно же, здесь это просто восторг. Можно не просто угостить, но и подойти, погладить поросеночка, козочку. И вот такой вот очень интересный, веселый контакт. Всегда в бабушкином дворике слышны смех, радостные голоса, ну а иногда повизгивание поросенка, когда его берут на руки. Не всегда поросятам это нравится. Вот так вот, друзья, очень интересное место в парке Львов Тайга. Всем мира и добра. Пока-пока.